Сегодня мы сделаем оригинальную пиньяту из папье-маше «Бэтмен против Супермена». Надуем круглый воздушный шар. Жирным кремом обмазываем всю поверхность. Устанавливаем шар в соразмерную миску, чтобы было удобно работать. Возьмем емкость для воды. Разрываем бумагу на небольшие полоски. В тарелку наливаем воду. Опускаем бумажную полоску в воду. И оклеиваем поверхность шара мокрыми полосами, аккуратно укладывая их по одной внахлёст. Готово. Для последующих слоев используем смесь клея ПВА с водой. Смачиваем бумагу, удаляя лишнюю жидкость. И оклеиваем всю поверхность, по необходимости промазывая кисточкой края. Чтобы пиньята держала форму, понадобится еще 2-3 бумажных слоя. Пиньята полностью высыхает через 15-20 часов. После этого сдуваем шар и вытаскиваем его. Через отверстие можно наполнить пиньяту конфетами, после чего их нужно заклеить. Для грунтового покрытия используем водоэмульсионную краску. Нам понадобится широкая кисть. Покрываем поверхность краской. Ждем 30-40 минут до полного высыхания. Затем окрашиваем пиньяту в серый цвет аэрозольной краской. Выбираем быстросохнущую краску и хорошо проветриваем помещение. После высыхания берем акриловые краски черного, светло-серого и белого цветов. Наносим на губку немного черной краски и начинаем сверху размазывать ее по поверхности. Стараемся наносить плотный слой только с полюсов. По боковой окружности оставляем непрокрашенные участки. Затем таким же образом окрашиваем нижнюю часть. Светло-серым цветом прокрашиваем боковую окружность. Поверх серой краски таким же образом наносим белую. Готово! Берем логотип «Бэтмен против Супермена». Изображение можно найти в описании нашего мастер-класса. Опускаем в клеевой раствор тыльной стороной и аккуратно приклеиваем к боковой части шара. Разглаживаем от центра к краям. Вот что у нас получилось. Теперь закрываем осевое отверстие и крепим веревку. Подойдет пластиковая крышка с небольшим отверстием в центре. Продеваем веревку внутрь и завязываем узел. При помощи термопистолета наносим клей на край крышки. Прижимаем на несколько секунд. Пиньята из папье-маше в теле супергероев станет центром внимания на любом детском празднике. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые мастер-классы по изготовлению аксессуаров для тематических вечеринок.